С Днем российской печати местных журналистов поздравили в городской администрации. Особо отличившимся вручили грамоты и благодарственные письма. Награждая работников прессы, глава Ульяновска Сергей Панчин отметил их важную социальную роль. Ваша работа находит на сегодняшний день положительное решение именно в вопросах для жителей города Ульяновска. Сегодня вы как воздух нужны населению, вы как воздух нужны органам местного самоуправления. Награды нашли не только мастеров слова, но и тех, кто неизменно остается за кадром, а ведь без них телевидения не будет. Сотрудники ГТРК «Волга» заслуженно в числе лучших. Вот уже много лет телеоператор Денис Миронов не упускает ни одной детали, а режиссер Ольга Бойчук разрозненные кадры соединяет и наполняет смыслом. Это коллективный труд, результат которого видит зритель на экране. Приятно было получить награду, хотя я считаю, что это заслуга всего нашего творческого коллектива. Не всегда же нам стоять только за камерой. И все же сейчас наши друзья уже на своем привычном посту. Ловят мир через объектив, оживляют картинку и несут ее своим зрителям. Коллег от души поздравляем, легких съемок и запоминающихся эфиров. Лучшие репортажи еще впереди.